Добавляем в кефир соду и оставляем на 10 минут. К яйцам добавляем сахар и перемешиваем до однородности. Соединяем яйцом яйца с кефиром. И тоже хорошенько перемешаем. Сюда же вливаем растительное масло. И снова хорошенько перемешиваем. Муку смешали с разрыхлителем. И теперь просеиваем муку, нашу полученную массу. И снова смешиваем. Вот тесто должно получиться достаточно густое. Такое вот. Теперь переходим к начинке. Творог перетираем с яйцами и с сахаром. Тесто вылили в форму. И теперь будем творожные кружочки выкладывать. Поверх теста. И теперь отправляем наше тесто в заранее разогретую духовку до 180 градусов примерно на 40 минут. Вот такой пышный пирог получился. Такой вот вырос он большой. Сейчас немножко остудится и буду разрезать. Вот достала из формы, решила вам показать, какой он высокий. Вот такой пышный пирог. Вот смотрите, какой пышный, высокий пирог, очень вкусный. Если у вас такая же форма, у меня примерно 23 диаметр, то подольше подержите, не 40 минут, а убавьте температуру и подольше пусть выпекается. А если же еще больше форма, то... возможно, и 40 минут будет достаточно. В общем, попробуйте тоже приготовить такой творожный пирог. Всем приятного!